Более чем 20 лет работы с капеллой. Марис Яклашкин сумел преобразовать ее в уникальный творческий коллектив. Репертуар расширяется с каждым годом. На сегодняшний момент она исполняет самые разнообразные сочинения различных стилей, эпох, жанров. От камерных до симфонических и вокально-инструментальных сочинений западных композиторов и современных авторов. В этом году состав оркестра у нас насчитывается 70 человек. Это очень солидный состав. И мы приобрели совершенно новые музыкальные инструменты, которые мы приобрели из Франции, из Германии, из Англии, Голландии, Японии. Оркестр уже достиг своего, скажем, большого развития. В целом, уже 12 лет оркестр работает. И, конечно, за это время мы, несомненно, вот в этой концертной программе представим очень и непростые, сложные, я должен сказать, произведения мировой классики, также русской классики. В юбилейную концертную программу вошли симфонические танцы Рахманинова, вариации на тему рококо Чайковского, «Грёзы любви» Листа, месса ми-бемоль-мажор Шуберта. В программе принимает участие казанский виолончелист Виктор Иванов. Музыканты обещают, новая программа станет громким культурным событием не только для нашего города, республики, но и страны. Галина Титарчук, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика.